На первом раунде на 21 секунде техническим аккаунтом победу одерживает Красноводский! 8 ноября у меня был бой в городе Одесса с соперником Сергеем Куцевым. Мне удалось закончить поединок в начале первого раунда, за что огромное спасибо тренерам за проведенную со мной работу. Влад Саратат Хуати Бири. Аса я жутат характеру, луй, тарелари, арион характер тари. Айшите рим, не ам аштептат кос фи улупты майгре, дар са примит аша кан 10 секунди, са терминат ку нокаут. В начале боя у меня был обмен ударами, после которого сопернику удалось меня загримировать. К этому бою, как и к другим, я готовился очень серьезно. Так как я давно не выступал, я не имел права на ошибку. Поединок прошел быстро, но это не говорит о том, что это был легкий бой. Бой – это лишь верхушка айсберга. Основной процесс, как правило, остается за кадром. Я имею в виду подготовку. И на первом раунде на 21 секунде техническим аккаунтом победу одерживает Влад Поповский! Мой следующий поединок пройдет 19 декабря в рамках турнира KFK. Соперника пока я не знаю. Yeah!